Утро доброе. Вести утро. Карачаева, Черкесия с вами. В последние дни погода нас держит в напряжении. Что нам ждать, узнаем чуть позже. Ну а сейчас время новостей. 8 июня отмечается праздник, объединяющий неравнодушных, отзывчивых, милосердных людей, которые видят свое призвание в помощи тем, кто в ней нуждается. День социального работника – эта работа относится к той сфере деятельности, где важны не только профессиональные знания, навыки, но и личные качества специалиста, такие как сострадание, душевная теплота и гуманное отношение к людям и их бедам. В Черкесске на базе спортивного комплекса «Спартак» сотрудники МВД по Карачаево-Черкесии провели профилактические беседы с воспитанниками секции вольной борьбы. В своем выступлении Амина Хакунова в доступной форме рассказала школьникам о пагубном влиянии наркотиков на организм человека и подчеркнула, что подростки достаточно быстро приобретают сильную зависимость и избавиться самостоятельно от нее невозможно. Кроме того, представитель полиции рассказала об ответственности за хранение, употребление и распространение наркотических веществ. Также к присутствующим обратились полицейские Эльдар Махов и Зарема Колесникова. Они провели профилактическую беседу, направленную на предотвращение совершения подростками противоправных деяний. «Семь пятниц» – так называется семейный коворкинг Черкесска, где прошел мастер-класс иллюстратора сборника комиксов Айшат Камиловой «Хранители Кубани». Художник-комиксист рассказала об истории появления и развития культуры комикса, о том, какими комиксы бывают, как приступить к их созданию, с чего начать. Мастер-класс посетили порядка 25 человек. Юные художники, которые увлекаются не только живописью, но и анимацией. Напомним, сборник был презентован в мае во всех городах и районах Карачаево-Черкесии при поддержке Министерства образования Республики. 2000 экземпляров были переданы в библиотеки районных школ и детских садов. Через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск на ногайском языке. Я с вами прощаюсь. Хорошего дня. В заключение расскажу, какой будет погода. В Карачаево-Черкесии местами кратковременный дождь, гроза. В первой половине ночи в отдельных районах сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом. Сильным ветром 20-25 метров в секунду. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. В горах порывы 11-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12, плюс 17. В горах местами плюс 6, плюс 11. Днем плюс 25, плюс 30. В горах местами плюс 16, плюс 21 градусов. В Черкесске ночью кратковременный дождь, гроза. Днем без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17. Днем плюс 28, плюс 30 градусов.